Лучшие традиции российского здравоохранения и активное внедрение современных медицинских технологий. Вот формула успеха Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко, старейшей медицинской организации Пензенской области. Более 1500 высококлассных специалистов – это не просто цифры. За ними стоят живые люди, ежедневно спасающие жизни пензенцев. В 2012 году стационар областной клинической больницы имени Бурденко принял более 30 тысяч пациентов, которым выполнено свыше 17 тысяч операций. В стационаре оказывается специализированная медицинская помощь по 22 профилям, высокотехнологичная медицинская помощь по 13 профилям. В 2009 году на базе Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко организован и успешно работает региональный сосудистый центр. В его структуре следующие отделения. Отделение неотложной кардиологии с блоком реанимации и интенсивной терапии. Неврологическое отделение для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения с блоком реанимации и интенсивной терапии. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Отдел организации круглосуточной консультативно-диагностической помощи больным с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения, эпидемиологического мониторинга и профилактики. В 2012 году в РСЦ получили медицинскую помощь 755 пациентов с острым инфарктом миокарда и более 1100 пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В 2012 году выполнены первые рентген-эндоваскулярные операции при аневризмах артерий головного мозга. Одна из самых ответственных профессий у хирурга. В хирургических отделениях больницы имени Бурденко готовы справиться с самыми сложными операциями. В 2012 году выполнено около 500 высокотехнологичных операций. Эндопротезирование крупных суставов, урологические операции, нейрохирургические операции, в том числе операции по поводу опухоли головного мозга. Благодаря новейшим методам лечения и внедрению двухсменного режима работы модернизированных операционных, в 2012 году количество проведенных операций, а значит и спасенных жизней, удалось увеличить на 2000. В больнице имени Бурденко организована мультидисциплинарная служба по оказанию медицинской помощи больным с заболеваниями почек и мочеполовых органов. Отделение диализа областной клинической больницы имени Бурденко одним из первых в России внедрило в массовом порядке методику перитониального диализа. Теперь стало возможным оказывать помощь пациентам с хронической почечной недостаточностью, проживающим в отдаленных районах области. С 2008 года в составе медицинского учреждения функционирует Центр мужского здоровья. В 2012 году услугами амбулаторного подразделения центра воспользовались более 1200 жителей нашей области. В больнице имени Бурденко пациенты могут получить услуги терапевтической и хирургической косметологии. В поликлинике областной клинической больницы имени Бурденко достигнута максимальная эффективность работы диагностического оборудования, персонала и удобства для жителей города Пензы и области. Ведется прием по 39 специальностям. За 2012 год поликлиника приняла более 260 тысяч пациентов. В составе поликлиники работают подразделения, оснащенные новейшим оборудованием, в том числе кардиологический диспансер и диабетологический центр. Диагностическая служба больницы имени Бурденко – это эндоскопическое отделение, отделение функциональной диагностики, где проводятся все виды функциональных исследований, отделение лучевой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, оснащенная высокоточным оборудованием. Существует возможность предварительной записи на прием к врачам через интернет, осуществляемая специалистами медицинской организации, направившим пациента в поликлинику. Очень важное подразделение областной клинической больницы имени Бурденко – Центр здоровья. Здесь занимаются решением стратегической задачи для всей нации – формированием у населения навыков здорового образа жизни. Организованы специальные школы здоровья, оборудован зал лечебной физкультуры. Ключевое значение в лечении имеет время – а время в больнице имени Бурденко принято экономить за счет использования новейших технологий и оборудования. Автоматизация и компьютеризация везде и всюду. Уже внедрена автоматизированная информационная система. Установлены и объединены в локальную сеть 500 компьютеров. Благодаря выходу в интернет стали реальностью заочные консультации, в том числе телемедицинские, с другими лечебными учреждениями и в первую очередь с Федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии и другими федеральными центрами.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенская областная клиническая больница имени Бурденко – это опыт, накопленный десятилетиями. Это высококвалифицированные специалисты во всех областях медицины, современное высокотехнологичное оборудование и инновации в сфере здравоохранения. А ведь именно эти составляющие и есть здоровье и благополучие нации. Девиз этого учреждения – «Здоровье нации – высшее благо».